Я чувствую разочарование. Будто кто-то шепчет, ты не осуществишь свои мечты. Знаешь, кто это? Перси Шелли. Красавец, правда? Так сколько же вам лет? Достаточно, чтобы знать, о чем вы спрашиваете. Мне 16. С тобой я чувствую себя живым. Бежим со мной. Неужели ты увлеклась этим повесой? В моей душе пылает огонь, и я больше не позволю ни вам, ни кому другому потушить его. Кто из вас задумывался, можно ли вернуть мертвого к жизни? Возможно ли воскрешение? Нас приглашают в Женеву, сам лорд Байрон. Позвольте проводить вас, мисс Годвин. Я не против, если вы станете любовниками. Ты хочешь быть с кем-то другим? Я больше не вижу весь мир в его стихах. То, что раньше было для меня мужчиной, теперь предстает в виде чудовища. Мы напишем историю о призраках. Литературный конкурс. Женщина недостаточно умна, чтобы иметь собственные мысли. Да что с тобой? У вас, мисс Годвин, будет шанс доказать, что я не прав. Ты не узнаешь Виктора Франкенштейна? Это не просто страшная история. Она пробирает до костей. Ты должна опубликовать роман Мэри. Слишком глубоко для столь юной леди. Вы предполагаете, что роман написан мистером Шелли? Это моя история. Как вы смеете сомневаться в способности женщины пережить утрату? Предательство. Смерть. Если я не преодолею свою скорбь, то никогда не обрету голос. Мой выбор сделал меня той, кто я есть. И я ни о чем не жалею.